Чеченская Республика – один из самых привлекательных регионов России. Большие потоки туристов и разнообразие событий ежедневно подкрепляют это утверждение. И чего только в Чеченской Республике не происходило. 200 свадеб, парусная регата, забеги, гастрономические фестивали. А сегодня в самом центре Грозного, на высоте птичьего полета, молодой мужчина из Краснодара сделает предложение руки и сердца. А можно погромче? Ты будешь моей женой? Конечно. Ребята, отойдите чуть-чуть. Ну, это очень красивое место, мне очень нравится сам город. У нас здесь наши очень хорошие друзья, к которым мы периодически приезжаем. И хотел всю отпуск сделать девушке предложение именно здесь, именно на этой площадке. Еще в том году я созрел к этому, думаю, вот будет возможность, обязательно сделаем это именно в городе Грозном. Мы позвонили нашим друзьям, они сказали, что можно без проблем, дали номера всяких агентств, сказали, можете позвонить. Мы позвонили, нас соединили с Министерством культуры и развития. И там уже мне все рассказали, что это можно сделать без проблем, что все они берут на свои руки, и все. Задумка была именно здесь подняться, чтобы были наши друзья, чтобы это были самые близкие люди, сделать сюрприз. Невеста, естественно, девушка ничего не знала об этом, и вот так вот. Я думаю, мы пойдем в какой-нибудь ресторан отметим, и уже на днях поедем куда-нибудь по достопримечательностям, на озеро, везде. Сейчас выбрались на площадку, и очень неожиданно получилось, конечно.